Всем привет. Повод такой. Махнул моторчик. Поменял моторчик свой. Продал Меркури 3.5 четырехтактник. И взял вот такой вот Nissan Marine. Пятерочка двухтактная. Достаточно свежий моторчик. Вопрос почему? Ну вот в последнее время как-то мне больше нравятся двухтактники. Вот в последнее время какой-то вот откат, что нравятся двухтактники. Они как-то проще, надежнее, немножечко эффективнее, не такие требовательные к перевозке. Вот. Ну и здесь побольше функций у этого мотора. У него есть мелководный режим нормальный, есть реверс. Что еще? Выхлоп через винт у этого винта, у этого мотора. Есть отдельный бак выносной, подключается, не нужно заправлять на ходу. Вот. А по весу и по цене этот мотор не сильно-то больше, чем та трешечка. Поэтому выбор очевиден. Я думал сначала о Yamaha тройке, но все-таки передумал. Вот приехали на испытание мотора. Приехали в Кокшайск. Тут, кстати, такое место, если проехать дальше пляжа, тут прямо вот кругом палатки, 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 вьючок. И люди так обустраиваются здесь, обитают. Здесь вполне можно приехать даже на пару дней, наверное. Ну, сегодня у нас разведка. Это не как полуостров, как остров, тут с обоих сторон вода. Там тоже вода, люди сидят, рыбу ловят. В общем, интересное место. Сейчас будем собираться. Сейчас будем собираться и тестировать мотор. Вот тоналка. Ждать мы не можем. Ну что делать? Надо подождать. Ну, первый запуск. Насколько здесь надежно, что-то подкапывает. Нейтралка. Отсос. Стараемся недолго, потому что жарко. Водичка бежит, бежит. Задний ход. Задний ход. И постараемся недолго, потому что вот ату и жара, и хотя вроде бы от воды немножко охлаждает, но все равно жарище.
потеком. Волга спокойная. Можем попробовать дать газку. В общем, ничего мне так пока нравится. Пока нравится, дальше посмотрим. Ой, что хочу сказать. Приятный моторчик. Работает хорошо. Двигаться к базе. Плоскодонки я точно глиссировал, конечно, с этим мотором, прям легко. Но это не плоскодонка. Но тем не менее мотор нравится. Не ошибся. Мне нравится. Работает он мягче, чем четырехтактник. Я бы даже сказал, не громко, я ожидал громче, что он будет работать. Все говорили, что он шумные моторы, эти пятерки. Да нет, я бы не сказал. Не сказал, что он сильно шумный.